А ты что здесь стоишь? Кстати, пересчитайте деньги, а то мама, он дает проблемы. Керек емес, $100 жетпей қалды, дәурен алып кетті деген, такое было у меня. Илюки, я не понял. Но они бізден ақша сұрап тұр ма? Видишь? Да, держи. Не, не надо, это не мои деньги. А что тогда здесь стоишь? Пошел вон отсюда. Пас. В смысле пас? Пас. Эм, ну, кукет. Долбан. Пас!